Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной собираться. Я недавно, равносильно встала, попила кофе, почистила зубы и хочу сейчас немножко привести свое лицо в порядок. Предлагаю это сделать вместе с вами. Как раз хочу поделиться с вами отзывами, впечатлениями от белорусской косметики. Хочу взять вот такую вот мезопилинг скатка для лица, пожалуйста. И начнем с того, что будем подготавливать наше лицо, очищать для масочки. Поехали! Мы немножко смачиваем лицо и наносим мезоскатку. Вот столько вот мне достаточно. Вот посмотрите, вот такого вот она цвета. И вот так вот чуть-чуть я ее распределяю на свое лицо. На щечки, на лоб. Каждый день я это не делаю, чуть-чуть на шею. У меня как раз есть некоторые проблемные высыпания. И вот так вот мы проходим по всему личику. Не нажимая, аккуратненько. Все мы это делаем. И на лоб. Что хочу сказать об этом мезоскатке. Пока делаю, хочу с вами поделиться. Смотрите, она... Ну, конечно, черные точки, какие-то там вещи да, на подбородке, на носу, она, конечно, не уберет. Но она очень хорошо отшелушивает верхний такой роговевший слой кожи. Видите, что происходит? Сейчас поближе вам покажу. Вот. Она скатывает хорошо кожу. Какие-то, может быть, вообще очень хорошо она обновляет лицо после каких-то нагрузок, стрессов. Очень хороший такой утренний ритуал. Обязательно на шею. Кто-то делает на декольте. Ну, как бы я сегодня без декольте. Вот, смотрите, у нас идет вот сюда вот, на лоб. Очень. Впечатление об ней очень у меня хорошее, очень хорошее. Хорошо подготавливает. Даже вы можете это делать утром, вечером, то есть без разницы. Хорошо подготавливает ваше лицо. Допустим, вечером вы сняли макияж, да, сняли всю косметику, хорошо там очистили. И потом уже вы можете, перед тем, как нанести вечером масочку, вы хорошо взяли, нанесли мезоскатку, мезопилинг, да, и хорошенько это все сделали. Потом уже нанесли масочку. То есть, чтобы глубоко масочка своими свойствами могла проникнуть и, соответственно, сделать свою работу. Смываю я эти вещи вот таким спончиком. Намачиваю его обычным спончиком и хорошо смываю. Хорошо убирает остатки после пилинга, после масок, после всего. Мне очень нравятся эти спончики.
беру свое полотенчико, это лично мое полотенце, и вот так промакиваю. Кто-то любит бумажные одноразовые полотенца, но у меня всегда есть лично свое полотенчико. Итак, подводим итог. Еще раз хочу вам сказать, да, мезокомплекс – безинфекционная процедура ухода за кожей лица. Мезопилинг – скатка для лица, глубокое очищение. Здесь есть бетаин, молочная кислота, оптим, нойл энтим. Белита, белорусская косметика Белита. Рекомендую, мне очень понравилось. Куплю ли я еще? Да, куплю. Очень хорошая здесь идет у нас, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливает ее оптимальный баланс, повышает увлажненность кожи, увеличивает ее эластичность, плотность, упругость, уменьшает несовершенство и разглаживает морщины. То есть этот состав, который входит Optim Noel. Молочная кислота отшелушивает омертвевшие клетки кожи, стимулирует процесс их обновления, освежает и укрепляет кожу, оказывает успокаивающее действие. Бетаин – природный увлажнитель, поддерживает баланс влаги в коже, повышает ее упругость и тонус. Что хочу сказать, что все равно достаточно цена экономичная, очень экономичная, да, но состав, который здесь находится, чувствуется то, что он работает. Работает и еще раз работает. После этой мезоскатки сегодня я предлагаю вам нанести вот такую вот масочку. Это масочка контрол, маска от прыщей для лица, антибактериальная. Вообще она предназначена для проблемной кожи подростков, честно. Взяла ее на пробу, просто стоило как бы мало очень, да, и я ее взяла попробовать, потому что есть такие моменты у меня лично, да, бывает, что какие-то высыпания вот происходят на скулах, как бы вот в этих местах, да, и что я увидела? Очень хороший результат после этой маски, и мне порадовало в том, что он подсушивает, и он действительно занимается антибактериальным вот этим вот свойством, подсушивает и хорошо приводит в норму кожу, убирает всякие подкожные какие-то вот там прыщи, знаете, такого плана. Вот глубоко очищает поры, успокаивает кожу, способствует заживлению прыщей. Это Битекс у нас получается, компания Битекс. Белорусская предотвращает размножение бактерий, появление прыщей, оксид цинка здесь есть, вяжущее, подсушивающее действие, то, что я вам говорила, белая глина и тальк, глубокое очищение, общее оздоровление кожи, экстракт шалфея, чистота тела, противовоспалительное действие. И, значит, элантоин уменьшает раздражение и покраснение. Очень сильно, ну, я вот рекомендую, как бы, вот для подростков, допустим, там, для девочек, для мальчиков, пожалуйста, то есть мамочки, имейте в виду, стоит там в районе 100 или 150 рублей, хватает достаточно, то есть не надо каждый день это делать, можно это делать два раза в неделю, даже бывает и раз в неделю, я, наверное, где-то раз в неделю делаю, да, очень хорошо борется и убирает какие-то вот высыпания, то есть какие-то подкожные вещи, подсушивает, и очень замечательно. Беру свою кисть, обычная кисточка, кисточкой будем наносить. Распределяем небольшим слоем маски. Она в процессе, значит, подсушивается. И потом ее также спонжиком легко удаляем. Значит, вокруг глаз мы обходим. Да? Я обильно наношу в тех местах, где у меня, я знаю, что вот есть проблемка.
И я как бы знаю, что там у меня в периодичности есть какие-то либо высыпания. Вы знаете, у меня нет таких подростковых высыпаний. У меня есть какие-то вот в большей степени, наверное, может быть, из-за стресса какие-то моменты, либо нехватка чего-то, да, то есть как бы есть вот такие подкожные какие-то высыпания. Вот в этих местах, да, и на скулах. Также с другой стороны. Убирать черные точки, прям очищает сильно. Нет, не могу сказать, такого нету. Ну, у меня в основном черные точки есть, там поры загрязненные на носу. Но не могу сказать, что прям вот начисто. Хотя сейчас мы посмотрим на результат и сами все увидим. Я не делаю на этом сильный акцент, потому что не страдая этим. Также на шею вот здесь наношу. Бывает, что вот здесь вот у меня происходит что-то тоже. Ну, под носом я никогда не ношу здесь, потому что нет никакого смысла. Вот, держу я, значит, масочку. Здесь рекомендуется держать 15-20 минут. Как раз, да, здесь рекомендуется также 1-2 раза в неделю это все делать. Ну, я делаю 1 раз в неделю, у меня нет таких сильных каких-то вещей. Вот так распределяем и все. Наношу, держу, здесь рекомендуется, значит, 15-20, а я держу, ну, 20-30, так по суше. Вот. Ну все, масочку мы нанесли. Будем ждать с вами наше время. Я засекла. Так что обратите внимание, рекомендую. Куплю еще? Да, еще куплю. Ну а пока я нахожусь в масочке, и мы выжидаем время, которое нам нужно, я хочу с вами поделиться с другими, так сказать, компонентами, с другими масками, пилингами, тониками белорусской косметики, которые у меня есть, которые я уже очень хорошо испробовала и имею свой отзыв, рекомендацию и пожелания. Итак, с чего хочу начать? Значит, еще раз, вернее, показать, что, чем мы сейчас только что пользовались. Это мезопилинг-скатка. То есть рекомендую, куплю еще, пожалуйста. И, соответственно, контрол, у нас антибактериальная маска от каких-то высыпаний, прыщей, для подростков, ну и для всех. Она, кстати, подойдет очень хорошо. Тоже рекомендую. Дальше. Хочу показать вот такую вот масочку от компании Bitex. Это идеальное отбеливание, отбеливающая маска для лица против веснушек и пигментных пятен. Что хочу сказать про эту масочку. Мне очень сильно понравилось. Конечно же, я еще раз ее куплю и вам рекомендую. Про веснушки ничего не могу сказать, то, что веснушек у меня нету. А то, что касается пигментных пятен, были у меня вот здесь вот пигментные пятна. И, ну, летом из-за солнышка. И, соответственно, я тоже пользуюсь кислотными какими-то пилингами. Вот, и вот эта вот масочка очень хорошо убирает пигментные пятна. Но имейте в виду, что это не происходит за один раз, это не чудеса, что-то не происходит. Если вы равномерно в постоянстве пользуетесь, и там в течение, допустим, месяцев, соответственно, увидите вы результат. Делаю я эту маску один-два раза в неделю. Ну, да, бывает 2 раза в неделю делаю, бывает 1 раз делаю. 15-20 минут нужно ее держать. Ну, я держу так всегда 15-30 даже минут. Ну, 20-30 минут. Значит, отбеливает веснушки пигментные пятна, эффективно очищает поры лица, мягко удаляет мертвевшие клетки кожи, стимулирует обновление кожи, создает эффект фарфоровой кожи. Да, да, еще раз да. Все, что заявляет производитель, все это происходит. И за свои маленькие деньги
Поверьте, я много-много что перепробовала из люксовой косметики, из масс-маркета и белорусской косметики. Я очень скептически раньше относилась и решила попробовать благодаря одному блогеру, отзыву, вот, Алла из Сочи. И мне очень-очень понравилось. Буду я пользоваться, да, конечно. А дальше хочу показать еще вот такой вот тоник. Он идет в пару как раз с мезопилинг скатка. То есть они как бы идут в одной композиции, в одном направлении, да. А когда я пользуюсь мезоскаткой, делаю я маску, не делаю, без разницы, я всегда пользуюсь этим тоником. Значит, это мезотоник для лица. Здесь у нас идет оптимальное увлажнение. Хорошо увлажняет, очень хорошо увлажняет. Имеет запах приятный, то есть, ну, как бы, нету там каких-то резких запахов, химозных или еще что-то. Очень приятный запах, увлажнение чувствуется сразу. У меня кожа вообще сама по себе, она, в принципе, нормальная. Но бывают такие моменты, знаете, когда есть какое-то... Если я не ухаживаю, если есть какие-то стрессы или какие-то, может быть, переход сезонности или нехватка каких-то витаминов, то, соответственно, кожа начинает все в себя впитывать и брать, появляется какая-то сухость. Конечно же, в течение дня, когда мы ходим в макияже, Т-образной зоны, я не могу сказать, что она у меня явно выражена, ее практически нет. Потому что как бы я этим не страдаю, у меня не жирная кожа, Т-образной зоны у меня практически нет. Даже тени держатся целый день без всякого праймера, то есть очень-очень замечательно. Вот, значит, вернемся к тонику, да. Очень хорошо увлажняет тоник, гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, удерживает влагу на поверхности, разглаживает морщины, повышает эластичность кожи, выравнивает ее тон. Замечательно. Есть коктейль из аминокислот. Это таурин, глицин, аргинин. Наполняет клетки кожи энергией, жизненной силой, способствует клеточной регенерации, что немаловажно, когда тем более мы из года в год взрослеем, регенерация наша замедляется, как мы уже знаем. И поэтому, соответственно, это тоже немаловажно. И есть такой компонент, как Optim Huel. Знаете, вот корявить язык – это невозможно, да. Стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливает ее оптимальный баланс, то есть кожа, да, повышает увлажненность кожи, увеличивает ее эластичность, плотность и упругость, уменьшает несовершенство и разглаживает морщины, то, что не, тоже немаловажно для нашей кожи. Тоник достаточно рекомендую. Я бы, да, купила бы еще раз, тем более с мезоскаткой в парочке. Это очень-очень хорошо, и мой отзыв положительный. Также хочу показать вам вот такие две масочки. Они, значит, Markel, компания Markel, белорусская. Значит, вот эта маска идет у нас для лица Ультра Лифтинг. Экстракт кофе и молока, масло ши, здесь есть белая глина. Значит, что у нас делает? Масло ши смягчает, защищает, воздействует свободные, защищает ее от свободных радикалов. Угу. Белая глина способствует восстановлению овала лица. И у нас, получается, придает коже упругость и эластичность, это экстракт кофе и молока. Что могу сказать про эту масочку? Эта масочка, ну, имеет запах очень хороший, вкусный кофе. Приятный, очень приятный. Волосы прилипли. Очень приятный. И, вы знаете, это на любителя. Надо просто раз попробовать и понять, твое это или не твое. Куплю я еще ее? Ну, нет, наверное, нет. Потому что у меня не было такого... как сказать, восприятие вау, там, или действительно какой-то суперлифтинг. Нет, конечно же. То, что делает кожу лучше, да, то, что делает ее ухоженной, да, то, что как-то вот эффекта сильного подтягивания, конечно, нету, но
Не знаю, не знаю. То есть, как бы я еще ее пробую, пробую. Рука так сильно не тянется к ней, если честно говоря. Ну, попробуйте, посмотрите. Вторую масочку. Это маска для супер увлажнения. Клубничная маска. Здесь экстракт клубники и йогурта. Глубоко и быстро увлажняет кожу. Значит, комплекс активных компонентов восстанавливает естественный водный баланс кожи и поддержит ее в течение 24 часов. Запах очень вкусный, сильный запах клубники и йогурта, действительно. Что могу сказать про эту маску? Понравилась она мне? Да, понравилась. Понравилась в каком моменте? На первый взгляд кажется, что как бы ничего особенного нету, ну, недостаточно она не жидкая, не густая, такая средненькая. Так вот плотно не лежит, как у меня сейчас маска, соответственно, да. Но вроде как бы кажется, ну, непонятно, что там, что за состав, не знаю, будет, не будет результат. Кстати, вот у меня, видите, как хорошо подсушивает вот здесь вот маска, она подсушивается, и как раз в каких-то моментах, где есть такой вот проблемности, она хорошо вот это вот заживляет и подсушивает очень хорошо. Так вот, по поводу увлажнения вот этой маски. Хочу сказать, что на первый взгляд, что вот кажется, что ну ничего такого вот интересного от нее не будет. Но нет, если такие периоды у вас, вы чувствуете, что кожа обезвоженная, вы чувствуете, что она, не хватает ей влаги, какого-то вот водного липида, или что-то, вот влаги вот не хватает, то есть она как бы вроде бы и не стягивается, но что-то какая-то она не такая, то есть может быть верхний слой вот этих роговевших клеток как бы мешает, когда вот вы ее очищаете, можно пройти легким скрабиком, можно пройти опять же скаткой, пилинг, да, и вот нанести эту масочку, увлажнение, очень хорошее воздействие, появляется такое вот насыщенности, увлажненности, даже хорошей увлажненности. После нее, кстати, очень хорошо ложится макияж, ровно, держится весь день хорошо, и кожа дышит. Дышит настолько вот, что ей не хватало, она прям вот впитывает, принимает это, и действительно удерживает 24 часа. Так что рекомендую, попробуйте, и не судите строго сразу за один раз, просто ее нужно распознать. И последнее, что я хочу вам показать, то, что у меня есть из белорусской косметики. Кстати, вот когда все это я подойдет к концу, хочу сходить и попробовать что-то другое. Вот такая вот парочка. Значит, у нас идет, получается, Битекс компания. Парочка — это у нас тоник и скраб полирующий. Значит, совершенная кожа, скраб полирующий с разглаживающим комплексом. Ровная текстура кожи, уменьшение пор, сияние цвета лица, эффект салонной дермабразии. Что у нас заявляет здесь производитель? Делает кожу более гладкой, сияющей, уравнивает поверхность кожи, уменьшает поры, разглаживает морщины. Угу. А результат — идеально ровная, гладкая кожа, сияющий цвет лица. Что могу сказать по поводу этого скраба? Значит, скраб очень приятный, очень мягкий. Ну, он такой... Запах, ну, нейтральный, да, есть легкая какая-то отдушка, но не так сильно. Что мне понравилось, здесь очень-очень мелкие частички, очень мелкие частички, потому что, так как моей коже скраб я уже не могу наносить и пользоваться, раньше я пробовала скраб Гарниер, кажется, там с косточки... персика, ну, не помню, косточки персика, кажется, что-то такое. Вот, и там крупные частички. Здесь вообще прям мелко-мелко-мелко, как песочек. И когда ты действительно как бы вот так вот скрабируешь пальчиками, да, подушечками пальчиков, и, конечно же, то, что заявляется, то, что полирует, разглаживает, да, и кожа действительно делается такая матовая, фарфоровая, красивая, идеальная вообще кожа, да, и после нее, конечно же, она дышит, то есть она приобретает жизненную такую силу, как бы очень хороший скраб, тем более для лица, где есть сеточка, варикозные, как бы вот эти капиллярчики, вот здесь вот на носу, да, и вот здесь у меня на подбородке,
сильно давить и сильно скрабировать вообще нельзя. Вот здесь у меня есть маленькое пятнышко. И поэтому вот этот вот мелкие частички, они очень хорошо помогают. Рекомендую, попробуйте. И с ним вместе в парочку идет вот такой вот тоник. Тоник у нас тоже битекс, значит, совершенно кожа. Тоник для сужения пор. Подход для лица, шеи, декольте. Ровная текстура кожи, сияющий цвет лица, свежесть и гладкость кожи. Значит, здесь два варианта применения, да, идет для тонизирования кожи и сужения пор, она как действует, да, и для сияния света лица. Что хочу сказать, неплохой тоник, неплохая вот эта вот парочка, я рекомендую попробовать, надо попробовать и поймете. Побегу сразу вот в первую очередь покупать? Ну, нет, конечно же. Ну, еще раз бы попробовала и купила бы, конечно же, эту парочку обязательно. Из всего то, что я показала, вот я бы обязательно бы взяла бы вот эту парочку еще раз, потому что очень хорошие компоненты и хороший результат. И взяла бы вот эти две масочки обязательно, то есть все равно иметь в арсенале у себя, мало ли что выступит, и отбеливание маску очень хорошее. И также бы, конечно же, супер увлажнение, наверное, тоже надо иметь у себя, потому что мало ли что. Часто наша кожа страдает, и поэтому надо иметь какие-то увлажняющие, супер увлажнение, чтобы быстренько привести кожу в порядок. Ну, а все остальное я бы, конечно, бы, ну, как бы подумала. Это бы вот точно бы больше не взяла, а там бы, не знаю, наверное. Так что у нас уже время подошло. Давайте смывать. Опс! Ну вот я умылась, и вот наш результат. Значит, кожа у нас очищена и приведенная в порядок. Немножко, конечно, свет падает, не очень хорошо. А, вот так вот будет отличненько видно. Значит, вот так. Не обращайте внимания, если видите круги под глазами. Это вообще с рождения. Это мое, не знаю даже, как это выразиться, моя фишка. То есть и в детстве у меня были круги под глазами, и у сына у меня то же самое. То есть я как бы к этому уже привыкла. Так, ну, что хочу сказать. Сейчас я хочу протереть тоником. Я уже даже запуталась, что делать надо дальше. Беру тоник, соответственно, про который я вам только что сейчас рассказывала. Значит, смазываю наш диск и просто вот... Знаете, не нажимаю, даже, больше сказать, прикладываю вот так вот такими движениями, я это делаю. Кто-то делает на руки, наливает, да? А я это делаю как бы вот так вот, протираю именно те места проблемные, которые меня вот волнуют, да? То есть как бы вот так вот. Ну, так вот. У меня просто кожа очень сильно реагирует на воду, на погоду. Прям стихами заговорила. И так протираем тоником. Так. Ну, сейчас схожу, приведу голову в порядок, вымою голову. И надо бежать нам в спортзал, потому что спорт никто не отменял. И поэтому надо бежать в спортзал, приводить свое тело в порядок, свой тонус, чтобы было у нас все замечательно. Надо еще сегодня забежать за посылочкой сайта iHerb. Обязательно сниму для вас и покажу, что пришло у меня новенького. И сегодня я хотела побаловать своих домочадцев вкусняшками, приготовить им блины, чтобы они порадовались. Они очень любят, когда я им готовлю блины. Ну вот и все. Мы привели, разбудили, так сказать, нашу кожу, привели ее в порядок, сделали все необходимое, приготовили ее, очистили, сняли верхний роговевший слой,
сделали масочку, протерли, протонизировали тоником. И сейчас мы смело можем дальше продолжать процедуру, наносить увлажняющий крем, который вы пользуетесь, либо сыворотку. Про свои крема и сыворотки, чем я пользуюсь, я хочу вам рассказать в отдельном видео, чтобы это не было сейчас очень-очень накладно. И какой имеется результат, какие пожелания, мои отзывы, соответственно, рекомендации. А дальше вы можете делать макияж и все что угодно. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Не забывайте ставить пальчики вверх, а нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить вновь новое выпущенное видео. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Я рада очень, что вы побывали вместе со мной. Всем всего хорошего. Пока-пока.